Всем привет! Сегодня расскажу простой способ, как найти процент от числа. Вот, к примеру, ситуация. В магазине написано, там, скидка, да, 60%. И указана только старая цена. К примеру, 3000 рублей. Как нам найти скидку и во сколько же нам на самом деле обойдется вещь? Ну, тут надо либо составить пропорцию, то есть как это 3000, это 100%, да, как нас в школе учили. Тогда x это 60%, решить пропорцию, это 3000 умножить на 60, поделить на 100. Вот так вот, да. А, либо все гораздо проще, хотя по сути мы перемножаем те же самые числа. Мы просто берем число наше, которое есть, и умножаем его на 60. 3 на 6 это 18, и 4 0. И просто зачеркиваем в конце 2 0. То есть скидка у нас будет 1800 рублей, а значит на самом деле вещь будет стоить 3000 минус 1800. Это будет у нас 1200 рублей. Будет настоящая цена. Вот так легко узнать. Но есть и второй способ, да? Ну, на самом деле он очень похож на первый. Мы просто сразу откидываем по одному нолику в числах. Тут один и тут один. И умножим 300 на 6. 5 получается 1800 рублей. Ну и, собственно, скидку мы опять посчитали. А чтобы узнать настоящую цену, надо отнять от старой цены скидку. То есть 3000 опять минус 1800, 1200 рублей. Вот такой способ легко посчитать, во сколько же обойдется вещь. Ну и, собственно, чуть-чуть мы упростили ту самую пропорцию, по которой считаются проценты. То есть по факту мы делаем то же самое. То есть там 3000 умножаем на 60, делим на 100. Но чтобы не составлять пропорцию, мы просто перемножаем эти два числа и откидываем два нолика.